Наталья, подскажите, как правильно скорректировать желание? Пожелала, чтобы у меня было много работы, но при этом не пожелала, чтобы платила больше. Ошибочка вышла. Каждое утро просыпаетесь и говорите такие слова, как я вас научу. Скоро сегодня я буду получать, произносите сумму, сколько хотите получать в день. Не важно, сколько в месяц вы получаете, говорите, сколько вы хотите получить. Не бойтесь, если вас после этого выгонят. Вы, скорее всего, скорректируете свою судьбу и очень быстро найдете работу. Не забывайте, каждый день утром произносить эти слова. Скоро сегодня я буду получать на протяжении дня, или скоро сегодня я получу на протяжении дня, или скоро сегодня я буду получать, вот так правильнее, а не получила. Скоро сегодня я буду получать на протяжении дня, 300 долларов, 100 долларов, 50 долларов, сколько вам там необходимо. Не нужно очень большие суммы, может очень покоробить вас.